Всем привет! Вот сегодня, сейчас, не то чтобы сегодня, а сейчас, меня зовут Светлана, я столкнулась опять с такой же самой проблемой в одноклассниках. Почему хочу сказать об одноклассниках? Для тех, кто у меня в друзьях в одноклассниках, особенно наши партнеры компании PL, я и так их уже растеряла, тех, кто меня в Москве на Магии 8 обнимал, так с кем я там встретилась, кого я не знаю и с кем мы пообщались. Для тех, кто еще есть у меня в одноклассниках, уже в этих, во-вторых, давайте дружить в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте, потому что мои одноклассники опять были заблокированы, их восстановили, и я уверена, что это будет ненадолго. Потому что, по идее, мне одноклассники тогда не нужны, если я не могу поставить свою информацию, допустим, о компании PL. Вроде бы все выставляют, а вот именно к моей странице особое внимание, так как я рекламирую сетевой маркетинг, это есть пункт, который запрещен в одноклассниках. Поэтому я так думаю, что меня там долго не продержат. Я обязательно делюсь какими-то видео с YouTube, обязательно оставлю какие-то темы, и меня, видите, блокируют. Конечно, я уже не буду говорить прямо о бизнесе. Может, подольше продержусь, только ради того, что у меня там есть мама. Она контакт не понимает. Вот, не может найти с ним контакт. А мне очень контакт нравится. Вот, и ну, это для тех, кто все-таки не хочет меня потерять. Вот тут вы даже на Ютубе можете меня как бы найти всегда, да, через Ютуб. Уже на Ютубе есть и мои телефоны, WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, Instagram. Поэтому мы всегда там. И насчет Инстаграма хочу сказать всем, кто приходит с этого ролика, что у меня есть на Ютубе, я с вами в Инстаграме. У меня после него очень много лайков. И что меня радует, что все-таки есть партнеры компании PL. И тому, кто даже ставит мне один лайк, я ставлю 3%. Ну, самое главное, благодарность вам. Потому что, в принципе, вы же только не только мне помогаете, но и себе помогаете. Потому что в Инстаграме, чтобы выйти в топ, должно быть движение. И неважно, кто и что и как делает. Важное движение, важен пульс, сердцебиение нашего контакта в Инстаграме, где мы ставим друг другу лайки, комментируем, подписываемся. И нас Инстаграм как бы поднимает в топ. А что такое топ? Это когда вас видят большее количество людей. И вы можете рекламировать свой бизнес, свой продукт, себя. Неважно, кто что делает на этой странице. Потому что Инстаграм не тему выдает в топ, а именно вас лично, вашу лично страницу, которую большее количество людей видит. А для этого вот и будем действовать совместно. Будет у нас такая взаимовыгодная услуга. Вы мне, я тебе. Поэтому кому это все-таки действительно нравится, ставим лайки. И тут на Ютубе ставьте лайки, пишите комментарии. И я обязательно, ну, когда ставят лайк, я не вижу, кто ставит лайк. Может, можно зайти. А вот кто пишет мне комментарий, вы, думаю, обратили внимание, что, нажав на вас, я захожу и тоже под каким-нибудь видео пишу свой комментарий. Вот таким образом я ставлю вам тоже лайки и комментирую, ну, делаю движение то, которое все-таки интернет засчитывает. Это YouTube, Instagram. Да, есть платные услуги, но нет смысла, особенно на начальных этапах, за что-то платить. Нужно сперва раскачаться, а потом можно и платить. Потому что начальные деньги, которые мы платим, это деньги, выкинутые на ветер. Это я уже обратила внимание. Так что огромная благодарность всем, кто меня смотрит, слушает, кто со мной в Инстаграме, и партнерам компании PL, всем, кто ставит мне лайки, потому что очень много, я говорю, очень много людей ставит лайки, не подписываются так много, как ставят, но я вам все равно благодарна, и обязательно я вам тоже ставлю всем лайки. Так, и насчет мантр.
Тоже всем огромная благодарность, кто пишет мне за мантры, за аффирмации. У меня есть еще ролик, где начитаны молитвы, чисто вычитка молитвенная, да, она у меня была в Одноклассниках, как она там называется, есть лайк, короче, что-то связано с Одноклассниками, когда вы заходите, там видео записываете, ну, что-то связано с лайком. Вот, и там у меня было много просмотров и очень много комментариев. На Ютубе, конечно, очень мало. У меня там в Одноклассниках было 5000 просмотров. И разница на Ютубе 70, там, по-моему. Это конечно, очень большая разница. И плюс у меня очень много отзывов. Но те Одноклассники заблокированы, после них уже 3 пары заблокированы. И вот у меня, обычно всегда у меня по 3 страницы. Одноклассники, Контакт, Фейсбук. Вот Одноклассники, у меня осталась последняя страница. Контакт у меня не 3 были, а по 2. Фейсбук 2. Инстаграм у меня 3. Но одна страница, потому что была утеряна. И страница IPL Светлана Овчарук. Я ее утеряла, очень не могла войти, ни пароль восстановить, ничего не могла. И я создала вторую. А второй аккаунт у меня в Инстаграме по целительству. Я там иногда закидываю какие-нибудь молитвочки, заговорчики, там, ну, ритуальчики, что-нибудь такое. И потом уже, когда у меня уже страница Светлана вторая по IPL, скажем так, набрала обороты, и тем даже больше, чем в первой странице, каким-то волшебным образом я смогла попасть на ту страницу, свою первую Инстаграм. И, скажем так, мне ее очень жалко теперь убрать. Пусть она стоит, пусть она будет. Я периодически там закидываю тоже информацию об IPL. Но я там редко бываю в плане того, что я там не живу. Я живу все-таки на второй уже странице, вот, которая даже указана у меня на Ютубе, скажем так. Ну что, кому интересно, слушайте мои мантры, прочитанные мною, потому что там мысль заложена правильная, то, что соответствует данной мантре и направлено, как положено, на результат. Вот. Потом Инстаграм, там, где я живу. Ютуб. Я тоже, кстати, всегда получаю, у меня все установлено уведомление, я получаю сразу уведомление, что с Ютуба, что с Инстаграма, что с Фейсбука и Контакт. Это вот самые любимые мои соцсети. Но живу я все-таки в Инстаграме. Так что желаю вам всех благ. Слушайте мантры, скоро начитаю аффирмации на, скажем так, изменение нищее сознание, да, сознание нищего на сознание денежное. И я начитываю это еще для того, что я это тоже буду слушать, я тоже это буду для себя применять, как бы работать над своим сознанием. Поэтому это будет записываться и для меня в первую очередь, а значит, это будет качественное, потому что я делаю для себя. Это, как говорится, есть, кто помнит советское время, делали вино двух видов. Да, приходите за вином. 3 рубля бутыль вина, я помню, по молодости брали, пробовали. Вино вкусное, как сок. Вот 3 рубля на продажу мы покупали. Но всегда у хозяина была бочка вина, которая была для себя. Поэтому на продаже у меня мантр нету. У меня мантры для себя я начитываю, значит, они качественные. Настроены на результат. Я строю мысленно, я строю видение, что, как и почем. И именно то, что заложено в мантре, я это и веду. Поэтому я даже чувствую эту энергетику, когда все так, как должно быть. Потому что вот есть мантры, где поют, музыка классная, я люблю музыку. Я вообще любитель музыки, особенно когда музыка из само тела начинает двигаться. Но садишься слушать мантры, и вы знаете, не идет. Почему-то не идет. Энергетика не та. Неизвестно, о чем он думал на тот момент. Может, он просто пел эту мантру. Может, ему просто музыка нравилась. Может, еще что-то. Но в этот момент он не строил вот тот путь, который соответствует этой мантре. То, что, допустим, если человек хочет исцелиться, значит, он представляет себя там здоровым, свет, как он наполняет там. Это я образно, да? Если мы хотим
финансов. Естественно, мы расширяем свое сознание, мы опять же представляем там всякие лучи, свет, потоки, энергии, там, разной цветовой гамме, в зависимости от того, что вас интересует. А я работаю именно вот в таком направлении. Я в первую очередь залаживаю туда мысль. Я посылаю эту энергетику, та, которая должна привести к результату. Ну, вот так вот. Я люблю поговорить. Мне очень нравится с вами разговаривать. Хоть я говорю с тобой, потому что я вижу себя, да? Ну, я вспоминаю свой первый ролик, как мне было говорить. Очень стыдно мне теряла. Я бэкала. Я и сейчас, наверное, бэкаю-мэкаю. Но я когда вспоминаю, вижу свои первые ролики, я их специально не удаляю. Но это да. Даже мне самой приятно. Я все-таки перешла этот путь, эту ступень страха, сомнений. И даже теперь наслаждаюсь тем, что я с вами общаюсь, говорю, беседую. Так, 10 минут. Ну и достаточно. Больше 15 минут нет смысла. Это ладно, там о продукте рассказываю или еще что-то. А побеседовать до 15 минут, я считаю, это... Вот так, выше крыши. Я успела здесь вложить все, что я хотела. И про Инстаграм, и про мантры, и про Одноклассники, и про соцсети. Про себя, скажем так, да? Про себя любимую. Так что подписывайтесь на меня в Инстаграме, на Ютубе. Ставьте мне лайки, комментируйте. И я вам буду тоже делать то же самое. Как есть хэштеги такие, да? Следуй за мной, подписывайся на меня, и я сделаю то же самое. Так что всех люблю. Желаю всех благ. Будьте счастливы. До скорой встречи.